Принудительный труд ежегодно приносит больше 230 миллиардов долларов нелегальной прибыли, продолжая тему о событиях в мире. Об этом в докладе ООН сообщили эксперты. За последние 10 лет эти доходы выросли на 37%. Связано это с ростом числа эксплуатируемых по всему миру. С 2016 по 2021 годы их число выросло на 3 миллиона человек. Больше всего незаконной прибыли от принудительного труда зафиксировано в Европе и Центральной Азии. Отметим, что в 2022 году к трудовой деятельности нелегально привлекли больше 28 миллионов человек.